За неуплату штрафов можно попасть за решетку. Тех, кто забывает оплачивать штрафы, в Рязанской области становится все больше. Полицейские регулярно проводят профилактические операции «Дебитор». Только в Московском районе Рязани сотрудниками отдела полиции номер 4 выявлено около 100 неплательщиков. Если штраф не будет оплачен в течение 60 суток, человеку придется выплатить двойную сумму, либо отбывать административный арест до 15 суток. Решение принимает судья. По статистике, чаще всего назначается наказание в виде ареста. Зная это, нарушители все-таки предпочитают платить. Большинство граждан проявляет сознательность, своевременно оплачивают штрафы и приносят в отдел полиции квитанции об оплате.